сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя, не упрекая, не броня. Смотрели прямо в душу, глядя, трехлетние девочки глаза. Чулочки тоже, и смятением эсэсовец объят. Рука сама с собой в волнении вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утили, смятение смутно произнес, овеянный невольной дрожью. Нет, он убить ее не сможет, но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла, и это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты человек не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума сознание отравленным зажглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышалось опять. И не забудется навеки, чулочки дядя тоже снять.